Кызыле на фасаде дома номер 35 по улице Титова началась работа над будущей картиной «О Туве» в стиле граффити. В рамках молодежного форума «Команда Тувы-2030» активист Айсу Оржак получила грант на реализацию проекта «Нарисуй Туву». Проект предполагает создание на одном из зданий Кызыла картины, отражающей дух, культуру и быт Тувы. Ранее среди художников Тувы и России был проведен конкурс, победителем которого стал уличный художник Захар Евсеев из Москвы, который является создателем серии уникальных персонажей, популярных в уличной культуре как в России, так и за ее пределами. Рисует на стенах более 17 лет. Молодые артисты ансамбля «Саяны» проведут благотворительные концерты в помощи нуждающимся семьям. В рамках Года молодежных инициатив Республики Тыва Совет молодежи Тувинского национального ансамбля песни и танца «Саяны» вышел на руководство с предложением о проведении благотворительных концертов силами артистов ансамбля. Концерты пройдут 14 октября в поселке Элегист и поселке Хуваксы Чедыхольского района. Собранные средства пойдут на благотворительную помощь семьям бывших выпускников дом-интерната детей, оставшихся без попечения родителей, над которыми шефствует коллектив ансамбля. Спортивная секция плавания в спорткомплексе имени Ивана Ерыгина со 2 октября объявляет набор учащихся с 5 до 16 лет. Занятия с тренером будут проходить 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. 12 посещений – 2400 рублей и плюс бонус воскресенье – бесплатное посещение бассейна без тренера. При себе иметь медицинскую справку, купальник, шапочку для плавания, очки, сланцы и банные принадлежности. Тренер-преподаватель Дангак Саинбелек. Телефон 8 923 783 03 33 или 2 16 16.